Ребят, всем привет! Сегодня у нас, по-моему, 7 июня. Немного вступления. С вами канал, опять же, Mazda MPV Колхоз, это все. И небольшой рассказик такой про мою машину. Машина 96 года. Вот. Много что, конечно, в этой машине уже сделано, но много чего еще предстоит сделать. Но самое главное, что машина, делаю акцент на то, что машина очень старенькая. Обратите внимание, да, вот коврики я регулярно стираю, ковры вот эти вот тоже чищу. Здесь все затертое, да. Сейчас посмотрим на мой багажник. Вот, смотрите на багажник. Вот мой багажник, да. Вот, обратите внимание, здесь вот лежит походные всякие штучки, приблуды. Вот у меня масло на замену, то на турбодизеле езжу, нормальное масло на Лукойле. Вот, пожалуйста, да, войлок у меня лежит. Старенький-старенький войлок, да? Вот, его надо высушить, бляха-муха. Вот, тут тоже, блин, войлок, это все. Вот, все подкладки, коврики. Все это старое. Все очень старое, понимаете? Вот. И что вы думаете? Правильно. От этого всего какая-то есть производная. А производная какая? Точно, это запахи, посторонние запахи в автомобиле. От старости, что бы вы ни делали, запахи старого автомобиля будут вас все равно преследовать. Вот обратите внимание на мой чехольчик с AliExpress. Кстати, классная штука. Она, самое интересное, что вообще не ерзает по сиденью. Вот здесь вот есть крепления интересные. Вот здесь вот есть крепления интересные тоже. Вот здесь, вот они, да? Угу. Вот здесь вот, да, вот здесь специально накидку от пацана повесил. Для чего? Правильно, для того, чтобы он мне вот здесь вот, видите, протер мелкий. Вот я повесил вот эту штуку специально, да, чтобы мне не протирали сиденье. Ну, а теперь самое главное, мужики, самое главное, обратите внимание вот на такую вещь. Смотрите. Но кто мне скажет, что это? Раз, два, три. Видите, вот. Что это такое? Правильно, никто еще не знает, что это такое. А вот инструкция к этой штуке. Правда, на английском. Много чего написано. Написано. Что тут написано? Нарисовано. Милливатты, напряжение, температура рабочая, все такое. Так вот, ребят, это называется штука озонатор. Озонатор. Работает он от 12 вольт. На Алишке он стоит всего 600 рублей с копейками. Но пользы от него, вы не представляете, сколько пользы. Просто берем вот эту штуку, вставляем сюда, да, берем, включаем зажигание. Зажигание, видите, включил, все, запищало. Смотрите, кнопочка сейчас загорится. Загорелась кнопочка у нас. И что делает озонатор? Правильно, озонатор. Озонатор начинает вонять, очень сильно вонять озоном, выделяет ядовитый газ. Но этот ядовитый газ, что он делает? Правильно, он уничтожает микробы, которые есть в вашем автомобиле. А их полно, этих микробов в вашем автомобиле. Ну а для того, чтобы эффективно эта штука работала, нужно что сделать? Правильно, нужно закрыть все двери, все окна вот так вот делаем. Я образец снял, вот так делаем. Образец, закрываем все окна, двери и оставляем все это дело на сколько? Правильно, на 10 минут, на 10-15 минут. Закрыли все окна, двери, оставили, да? Ну, я обычно вот так вот подвешиваю, вот так она у меня висит, эта штука, вот. Уходим из машины на 10-15 минут, вот, кому как угодно. Ушли, все, представьте, что 10 минут прошло, я открываю все двери, окна. И знаете, чем у меня пахнет в машине? Правильно, у меня пахнет больницей. Вы в больнице давно были? Вы чувствовали, чем пахнет больница? А в больнице пахнет озоном, правильно. Теми приборами, которые обеззараживают помещение. Но самый прикол в том, что если мы включим вот эту кнопочку, заведем автомобиль, да, на рециркуляцию, и весь воздух и все микробы, которые жили у вас в печке, жили, которые в кондиционере, они тоже сдохнут. Не верите? Вот честное слово, я этой штукой воспользовался 3 дня назад. 3 дня я уже езжу на машине. После того, как я, в принципе, дважды провел эту экзекуцию,
дважды провел экзекуцию вот с этой штучкой. Она даже горяченькая. Вот. Вот здесь вот такая, поэтому вот по контуру, вот здесь по контуру, синий такой огонек появляется. Синий-синий огонек. Вот. Так вот, включил на рециркуляцию, поставил. И сейчас у меня из кондиционера дует свежий, хороший, замечательный воздух. И в машине, в принципе, вот той старостью, которая у меня была, я обработал, повторяю, 3 раза машину. Вот только как мне приборчик пришел, 3 раза я обработал свой автомобиль. Вот. Автомобиль у меня старый, повторяюсь, ну, машине 23 года, ну куда там, да, 96 года. Очень старенький автомобиль. Но в машине сейчас я вожу всякое, я постоянно езжу на рыбалку, я постоянно езжу на подводную охоту, у меня постоянно в машине сыро, у меня постоянно в машине чем-то пахнет. Но сейчас у меня в машине пахнет просто, вот, ну, скажем так, не свежим воздухом, но чуть-чуть автомобиля и пластмасса. Никакой вот посторонних запахов, там, гнили какой-то, знаешь, типа прокурки, хотя я не курю, да, маслов, вот, масло, вот самое, да, интересно, что масло, бывает очень много, надо все прибраться, кстати, в багажнике, и высушить, вот сейчас немножко приберусь, буду прибираться, вы пока не обращайте внимания, так вот, от того, что у меня здесь постоянно что-то валяется, постоянно что-то валялось, здесь, да, у меня в багажнике валялось, Вон мои груза, с которыми я езжу на подводную охоту. Они у меня здесь всегда, они мокрые всегда. Вот. У меня в машине это столик, походный столик из детского столика. Они у меня никогда не высыхают. Вот, сейчас мы попробуем чуток высушить, бляха-муха, мой автомобиль. Вот, так, и про эту штуку. Вот здесь сейчас будет ссылка, да, ну где-нибудь вправо, слева. Вот, будет ссылка на эту хрень, на этот озонатор автомобильный стоимостью 600 рублей. Доставят его домой курьерской службой и ML. Мне доставили, конечно, с Москвы его, но я обалдел, как это быстро произошло. Это быстро произошло, знаете, на сколько? За 3 дня. Вы не поверите, я заказал, и через 3 дня я его уже получил. Я просто офигел. Да, офигел. Ну и будет аннотация, что такое озонатор, кто не знает. Вот, сейчас я вот снимаю, да? Специально хочу высушить все это. Пусть на солнышке полежит немножко. Вот. Подлету здесь в багажник. Все это старенькое. Деревцо, говнецо подмести. Вот, так эта штука... Короче, обалденно. Я думаю, если ей регулярно пользоваться, так вообще все напрочь посторонние запахи с машины уйдут. Вот. Ну, не напрочь, конечно, не абсолютно будет новый автомобиль, но все равно польза будет от этого, несомненно. Так вот, я заказал это примерно где-то, наверное, 29 числа, или ну, 30-го, 29-го, может, 1-го, вот эту штуку. Я думал, что она придет из Китая, там, через 2-3 недели. Не, смотрю по отслеживанию, эта штука уже раз, уже на почте лежит. Ага, курьер звонит, все, буду у вас дома. И принес домой, вот. Здесь даже вот инструкция такая к этой штуке. В общем, пользуйтесь. Штука обалденная. Говорю, 10 минут 15, да, тому, чтобы вот... Было полезно это все дело. Но запах обалденный в машине потом стоит. Вот от озона. Да, после того, как вы попользовались, обязательно проветрите минут 10-15. Обязательно. Как проветрите, так садитесь в машину и езжайте. Будет эффект супер. Просто супер. Ладно, я заканчиваю. Мне нужно кое-что сейчас поделать со своим автомобилем. Сейчас вот здесь вот высушу эти вот все причиндалы охотничьи. Вот, немного вот эту штуку. Я ее стирал уже, но все равно надо опять, наверное, стирать или менять. У нас он дождик собирается. Сегодня плюс 32. У нас очень хорошая погода, температура. Вот, сейчас займусь делом. Ну все,
Итак, пацаны, рекомендую озонатор для машины. Самое интересное, да? Вы можете взять его в складчину, например, там с каким-нибудь товарищем, соседом, вдвоем, втроем, и пользоваться на 2-3 машины. Да, даже не для машины, даже там, не знаю, там в холодильник положите на 5 минут. У вас ни одного запаха в холодильнике не будет. В комнату куда-нибудь притащить, в кладовку куда-нибудь, нет, в сарай, блин. Ну, в сарай-то, конечно, наверное, преувеличил, но кладовки какой-нибудь, знаешь, маленькая, там, метр на метр, 2 на 2 кладовки, где там инструмент хранится, да? Вот. В ванной комнате, где запахи вечно какие-нибудь там присутствуют. Рекомендую. В общем, пользуйтесь, применяйте, используйте. Пишите отзывы свои об этой штуке. Я, конечно, еще потом позже расскажу, еще с кем-нибудь поделюсь. Этой штукой кому-нибудь дам. Пусть себе в машине включат, попробуют. Так, ребят, пока мой автомобиль простаивает 15 минут, ждем пока, да, там отработает жидкость в форсунках. Включаем на 10 минут озонатор. Просто включаем, да, вон кнопочка загорелась. Да. Слышите, да, вот. Даже звук слышно, как он шипит. Слышите? Шипит. Вот, и запах пошел. Пошел запах. Все, закрываем машину на 10 минут. Ну что, отработал мой ионизатор. В машине пахнет, знаете, вот говорю, как в больнице пахнет. Просто такое впечатление, что в какое-то помещение зашел. Сейчас берем полностью все двери, открываем, да, вот так вот. И проветриваем. Проветриваем машину, она у меня и так проветривается, да. Моя старушка бедненькая, покоцанная, в усмерть, 23-летняя. Да, вот, проветрим. Ну, сейчас будем продолжать мероприятие, да? Вот это вот продолжаем. Все, мужики.